Всем привет! Неизвестные расстреляли помощника Леди Гаги, который выгуливал ее собак, и похитили двух ее бульдогов. Певица предложила крупное вознаграждение за возвращение ее питомцев. Помощник певицы выгуливал ее собак, когда к нему подошли двое неизвестных и несколько раз выстрелили. Злоумышленники забрали двух ее собак, третьему бульдогу удалось от них сбежать. Позже пес вернулся домой. Выгульщик собак был госпитализирован. Источники отмечают, что Леди Гага тяжело переживает случившееся и готова выплатить полмиллиона долларов тому, кто вернет ее любимцев. При этом издание отмечает, что собаки этой породы стоят очень дорого, и злоумышленники, скорее всего, даже и не знали, кому именно они принадлежат. С вами был канал Гарик Талисман ТВ. До новых встреч. Пока-пока.